Некоторые люди приходят в твою жизнь, чтобы показать тебе, что не является любовью. Какого хуя их так много? Откуда? Ну, не знаю откуда. Да ниоткуда я не знаю. Просто знаю. Дорогая, это тебе. Как приятно. Наконец-то он начал дарить цветы просто так. Сколько раз можно повторять, что я розы ненавижу? Что-то не так. Цветы? По какому поводу? Да просто так. Гон. Ну а вдруг? Ладно, однозначно гон. Я не уверен, что прокатит. Да я тебя умоляю, всегда прокатывает. А что, нельзя сказать, что мы просто идем в бар? Ты что, дебил? Ты что-то натворил. А я говорил, что надо букет дешевле выбирать. Изменил. Уволили с работы. Как вкусно пахнет. Давайте просто примем их и закроем на все глаза. Нет, просто мужики идут сегодня в финал Лиги Чемпионов смотреть. Я подумал, может, я с ними? Ну, не знаю. Отлично, отпускаем. Сериал посмотрим, позовем подругу. Потом еще пьяный вернется, будет стыдно, подарков надарит. 5 минут и сдаемся. Я иду в контратаку. А может, я с вами? Это перебор. Твою мать! Конечно. Ну и нафиг этот футбол нам? Ладно. Ну ладно, иди, только возвращайся не поздно. Хоть бы подольше там побыл. Алкаш, это принадлежность, это алкаш. Хуманизация пива. Ну а зачем рисовать хуманизацию пива, если это ты? Черт, это правда.